Всем привет! Привет! С вами Аня Кононова, Ирина Перемечева и Александра Кротова. Сегодня мы вам покажем новинки каталога 6-2020. Коллекции будут разные, поэтому просто смотрите на нас. Смотрите, значит, на мне сейчас платье трикотажное, без рукавов для женщины, цвет бирюзовый, размер 52, состав 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 526-602. На мне 52 размер, вы не ослышались, оно смотрится очень свободно, тут слегка немножечко великовато, но, в принципе, мне это все дело нравится, как бы хорошо смотрится. Единственное, что открытая рука как-то вот не особо, да, руки уже не особо красивые, спортом я не занимаюсь. Вот. И сейчас на Ириночке. Ну нет, все то же самое, не буду перечитывать. Артикул 526-601, размер 50. Угу. Ну, мне вот кажется, вот здесь вот великовато чуть-чуть. Ну, тебе надо 48. Вот да. 48 надо. Заказывайте по... Да, и смотрите, длина. Да, Ирина ростом 176 сантиметров. Длина вот у нее так идет. У меня же скрывает колено длину. Да, видите, по колено. Так, а Саша ростом 170. У нее посередине между мной и Ириной. Да, у меня, кстати, размеры 44. Артикул 526-598. Ну, на мне 44 размер совсем уже велико смотрится. Мне кажется, даже 42 будет очень велико. Вот. Конечно, это такой силуэт, он, ну, даже в каталоге видно, что довольно-таки широко и свободно смотрится, но, мне кажется, совсем не мое. Но у тебя вот тут реально велико. Да, очень. Тебе надо вот, вот так надо, ребят, ей. Ну, значит, 40, меньше, 42, мне кажется, тебе очень хорошо пойдет полуприлегайка. Но, ребят, это на, как сказать, это на весну или как? Или на лето, ткань очень плотная. Ткань реально сильно плотная, прямо такая. Кстати, хорошо тянется, кому-то интересно, да? И она, я не знаю даже, какая ткань, 95 полиэстер, 5 эластан. Неопрен. Неопрен, да? Но мне кажется, на жару совсем не пойдет. Ну, оно очень будет, плотное, да. Хоть и будет везде поддувать, потому что довольно широко. Но, думаю, все равно будет жарковато в нем. Угу. Вот такие вот красотки. Цвет изумительный, классный вообще. Мне очень нравится такой цвет. Я себе пальто такого цвета заказала. Сейчас на нас тоже одинаковое платье. Трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Артикул 52, 64, 66. Цвет мультицвет, размер 44. 50% вискоза, 39% нейлон и 2% люрекс. Вот такое платье. Мне кажется, на всех на нас очень хорошо сидит. Скрывает все недостатки. Подчеркивает достоинство. Да, подчеркивает достоинство. Очень хорошо сидит. Ткань приятная. Довольно-таки тяжеленькая. Но при этом комфортно в нем находиться. Да. Кстати, мы его взяли так, прям в упаковочке, так действительно тяжеловато. Смотрите, тут и тут блесточки вставленные в полосочки. Они такие как бы не сильные. Так, смотрите, такие вот блесточки. Платье очень хорошо растягивается. Пуговки очень симпатичные, такие с рисуночком. ФЛ, кстати. Вот, и вот он, рюлекс у нас в полосочках. Так вот, вшит очень красиво. Платье не колет, абсолютно комфортное. Очень-очень все прямо здорово. Размера 52 платье, артикул 526-470. У размера 50 артикул 526-469. На нас платье длинное, с длинным рукавом для женщины, цвет синий, 100% полиэстер. На мне размер 50, артикул 526-553. Платье-рубашка. С пуговицами, не тянется, с поясом. Вот так вот на всех длина по-разному, все по-разному. Да, да, да. Вот у меня сзади дует спинку, у Ирины и Саши не дует. Смотрите, у них все хорошо, у меня вообще. Ну, знаете, что мне понравилось? Что здесь хвостик вот этот, он пришит только в одном месте. То есть подойдет и для более низкого роста, и для более высоких. Угу. Вот. Да, да, то есть можно
сделать так вот, раз. Да, можно повыше сделать талию, можно пониже. Слушайте, а эта тема? Да. 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 Хоп. Хоп. Да? Угу. То есть вот настолько. Угу. Так-то классно, да? Ну вот Саша, если себе это оставила, то мне вот, я не знаю, что мне делать со спиной. У меня длины спины не хватает на это платье. Значит, на мне сейчас размер 52-й. Артикул 526-554. А на мне размер 44. Артикул 526-550. Угу. Вот так вот. Сейчас на нас платье с коротким рукавом для женщины. Артикул 526-614 в 52-м размере. Цвет красный. Состав 97 хлопок. 3% эластан. Ребят, ну, смотрите, вроде бы все хорошо, в попе отлично, не мало, не велико, спинку вроде бы не дует, тоже все здорово, но у меня другая проблема, у меня тут натянулось и вывернулось, то есть у меня не получается его вообще никак сделать. Если я заказываю 54 размер на грудь, то тогда в попе будет еще больше свободно и будет нехорошо. Я так делаю вывод, что это не мой фасон, потому что по плечам уже очень свободно, да, то есть все тютелька в тютельку, так оно тянется у нас, слегка растягивается, но для платья в пуговках, мне кажется, ну вот как, вот тут вот мне ничего не сделать, тут еще надо что-то наставлять. Вот, Саша. На мне размер 44, артикул 526-610. Я еще, кстати, карман сняла, показать вам, как без кармана смотрится. Его можно снять, можно носить, как хочется именно вам. Вот. Ну, в принципе, мне нравится, как на мне сидит, при том, что, в общем-то, в бедрах довольно-таки свободно, не как на Ане. Но мне нравится, как сидит, как бы такая юбочка получается. Вот. Мне кажется, что Саша шикарно, и вот тут-то тоже все хорошо. Да, ничего всё тут аккуратненько, не тянет. Да. Мне нравится вообще. И по плечам хорошо сидит, да? Да. Вообще хорошо сидит по плечам. Все вообще как бы. Единственное, что немножко длина смущает, привыкла уже к платьям подлиннее. А мне длина хорошо. А меня длина еще сильнее смущает. Так, ну мне размер 50, артикул 526-613. Я вот сказала бы, мне вот тут вот в груди тоже, тем более здесь на кнопочке. Вот, да, знаю, тут видно, кнопочки, видно, как бы, вот, ну, оно, не знаю, вот. Они, в принципе, вот, ну, конечно, я от такой длины совсем-совсем отвыкла. Угу. Тут вот, видите, двойная кнопочка. Да, вот здесь они идут. Кармашек тоже на кнопочках. Вот тут кнопочка есть, а тут уже нету. То есть тут две только кнопочки снизу, да, идет. Так, вот они, две снизу, тут больше уже нету, и тут уже тоже. А, тут тоже, а кстати, ну-ка, давайте я так прицеплю, сверху тоже две, ну-ка, та-да-дам, нет. Все равно вот тут, вот видите, вот, Кать, увеличь это место, да, для девчонок, у кого грудь побольше, то нужно обязательно на размер больше брать и примерять. Платье шикарное само по себе, оно очень шикарное, оно очень красивое, оно суперское. Ну вот. На нас сейчас блузка без рукавов для женщины. На мне цвет белый, размер 44, артикул 526-412. И юбка для женщины, цвет темно-синий. Размер 44, артикул 526-448. Так, состав у юбки 98% полиэстер, 2% эластан. У блузки 100% полиэстер. Ну вот блузка для меня слишком просвечивающая, почти прозрачная. Вот я специально делаю ее, просвечивает просто все. Вот. Юбка, ну, больше такого черного цвета, очень-очень темно-синий цвет. Черно-синий. Да. Пуговки здесь интересные такие, с каким-то гербом, что ли. Вот. Пуговка вот здесь сверху такая золотая, красивенькая. Без всяких рисунков, просто такая гладенькая. Угу. И ну, потайные пуговки, да, спрятаны. Да, я бы себе такое вот взяла, но, наверное, синюю. Увеличу такая еще шкаф. Синяя есть в каталоге. Вот. Ну, синяя блузка. Да, да, такая же, точно, только синяя есть. Ну, в целом тебе очень хорошо этот комплект.
такая школьница, студентка. Да, мне нравится. Вот, ну, ребят, а это я. Так, ребят, ну что на мне? У меня как длина, мне повезло. Длина лучше всех, чем у всех, да. У Ирины совсем коротко, Ирину это не устраивает. Да, рост 176, напоминаю, да, то есть, ну вот смотрите, на девчонках хорошо все смотрится вот в этих местах, а у меня чуть-чуть вздулось. Чуть натянулась, сдулась. То есть мне надо побольше размерчик, нежели 52. Значит, блузка у меня, значит, артикул 526-416, юбка 526-452. Да, ну, как видите, степень просвечиваемости, да, вот можно, вот я пуговицы натягиваю, да, видите. Видно, как, да? Не закрыла я. Вот, ну, я могу сказать, что... Мне бы ее, может быть, грудина размерчик больше. Вот бирка, да, вот так вот она просвечивает. Ну, она очень красивая, она очень аккуратная. Но сзади, как обычно, мне не хватает длины спинки. Вот тут. Так, ну, на мне все то же самое. Уже все, наверное, обсудили, сказали. Артикул юбки. 526-451, размер 50. А блузки 526-415, размер тоже 50. Так, сейчас у нас в кадре появилась четвертая. Это моя свекровь Ираида Геннадьевна. Она представляет, 50-й это не то, вот 52-й. Трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 526-536. Мама, повертись, слегка великоват. Размер 52, состав 100% хлопок. Смотрите, самое шикарное, тут вот эти вот пайетки блестящие, какие-то такие вообще классные. Мне не очень-очень понравились. Катюш, увеличиваешь? Угу. Очень-очень красиво. Вот этот вот рисуночек, он просто великолепный. Единственное, что тут, вот, видите, как бы тут так, таким образом загибается, пришито. Рукавчик идет, вот он, сюда, как бы не спадающий такой. В общем-то, все хорошо, только на размер, наверное, даже на 2 надо меньше этих футболок. Потому что, смотрите, на мне сейчас идет... Так, мама, это твое. Я уже тут путаюсь. На мне сейчас идет 50-й размер. Это трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 526-523, цвет белый, размер 50-й, состав 100% хлопок. Очень комфортный, очень классный. Смотрите, тут другой рисуночек. Тут такие вот очки, тоже сшиты очень аккуратные, красивые пайеточки. Прямо супер-супер-супер. Мне очень нравится этот рисунок. И я, скорее всего, закажу на 48, мне, наверное, надо, да, заказать, или 46, Саш? Ты говоришь, на 2 размера. Смотря, как ты любишь. Ну, у тебя, смотри, еще грудь. Да. А, ну да. Наверное, надо... Тебе, наверное, одного размера. Да, 48. 48. Да, то есть мне очень понравились эти пайетки. Я, наверное, закажу себе 48. А эту, как бы... Ну вот, как бы, да. И, то есть и длина у нее большая, ее и так заправляет. Тоже, как бы, вот, не особо красиво. То есть, ну, такая футболочка, она и с джинсами, и дома можно походить, и в магазин сходить, как бы, да. Степень просвечиваемости, вот, смотрите, по бирочке. Вот, и сейчас Сашу хочется выделить, потому что Саша заказала, она знала, что будет велико, не знаю как. Я себе все заказала 44-й, а именно эту футболку я заказала 42-й размер. Артикул у нее 526-531. Ну, смотрите, плечо тоже вот так вот. Не спадает? Да, низко, тоже широко. Ну, такой силуэт просто у этой футболки, вот, поэтому можно смело и на 2 размера меньше заказывать, если кто-то хочет более обтягивающий, потому что вот она вот такая широкая. Вот, ну, в целом она мне, конечно, нравится, но я ее верну, потому что мне хочется как-то не так велико, чтобы было. Да, так, Саш, 42 это же самый маленький размер. Да. Все, Саша ничего не закажет себе. Она осталась без футболки. А вот бы на меня ее, на Катьку бы переписать, да? Катя у нас за кадром, скажи всем привет. Кто нас снимает, да? Ну и Ириночка. На мне размер 50, артикул 526-535. Ну, я бы себе на размерчик на один поменьше заказала, тоже 48. Ну, очень комфортная, приятная, хлопковая футболочка. Мне вот безумно понравился рисунок. Обратите внимание, рисуночки разные.
Так, сейчас на маме слипоны женские, цвет синий, артикул 885-234, состав верх текстиль, подкладка текстиль, подошва, я так понимаю, стелька текстиль, подошва ПВХ. Мам, как тебе в них? Удобно. Громче говори. Удобно очень, хорошо. И выйти на улицу хорошо, приятно. Что я угадала, да? Да. Очень приятно. Ну, ходи с удовольствием. Мам, встань боком. Ух ты, ветер подул, да, у нас окно открыто. Вот тут идет такая вот, мам, еще больше боком. Вот тут идет такая вот эмблемочка, типа кораблика. Она пришита. Или приделана, непонятно. Да? А с другой стороны есть эмблемочка кораблика? Да. Тоже есть эмблемочка. Ну, и Иришкин выход. Так, на мне кеды женские, цвет белый, артикул 885-280, размер 41, верх искусственная лаковая кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Ну, 41 размер, я его всегда в Фаберлик беру. Ну, хотя свой у меня, наверное, вот, ну, между 40 и 41. Очень удобные кедики. Дышит в них нога, не дышит? Ну, не очень. Не если очень. Честно, как бы, вот, ну, да, просто красиво. Просто да. Красиво. Так, сейчас на нас трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Мой артикул размера 52-го. 526-518. Цвет мультицвет, 95 полиэстер, 5% эластан, очень сильно тянется. Тут есть такая вот завязочка интересная, которую нужно завязывать. Я не могу сказать, что оно мне понравилось, но оно очень хорошо на мне смотрится. Оно меня приталивает, скрывает все недостатки. То есть такой свежий, такой приятный оттеночек. Так, на мне то же самое платье, размер 50, артикул 526-517. Разница вообще, прям вообще. Не знаю. Интересно. Ну, удобное, приятное, но... Не знаю, не могу сказать, что я хочу его оставить. Что вы, дорогие зрители, нам посоветуете? Да, посоветуйте нам, пожалуйста, мы в растерянности. Рекламная пауза! А если честно, это не рекламная пауза, мы просто кушать захотели. А так как у нас очень много одежды, то мы просто решили перекусить и вам показать, что нам нравится всем, наверное, больше всех именно клубничный коктейль. Нет, мне черная смородина нравится. А, черная смородина Катюшке нравится. Артикул 156-51. Реально, коктейль шикарный. И вот одна такая порция дает нам возможность часа 3-4 просидеть без голода. Ну, 5, наверное, это 2 надо выпить, чтобы на 5, наверное, на 6 часов хватило. Но мне вот в этих коктейлях безумно нравится, что прямо кусочки ягод плавают. Угу. Вот в клубнике вообще такие большие куски. В малине поменьше немножко. Мне тоже очень нравится клубничный, а мужу моему наоборот, ему больше всего нравится ваниль. А дочке шоколад. У меня мужу тоже ваниль больше всего нравится. Он сказал, вот это все. А маленький у нас самый Андрюша, он вообще вот не любит, когда чего-то тут такое плавает. Он это все или убирает, или просит. Ну, в общем, вот ему идеально ваниль или шоколад. А Андрюше сколько? 3,5. 3,5 года. Ну, нравится мне. У меня Викуся вообще их не стала пить. Она посмотрела и пошла. Все. Нет, все, нет. Она сказала нет. Вот, мам, тебе как клубничный? Ты, по-моему, первый раз пробуешь. Да, я первый раз. Вкусно, сытно. Я немного выпила, я уже не хочу. Белковый коктейль. Белковый коктейль. А это на чем? На воде? Или на молоке? Кажется, на молоке. Это на молоке, которое называется пахта 0,2%. 0,2% жидкости. Вот я и не поняла. Вот, а дочка у меня больше всего почему-то любит пить через трубочку. Вот не знаю, mm-hmm. Она прям просит, ей надо через трубочку. Так, а дочке сколько лет? 13. Я такая вся. А Катюшка у нас... Что? Смородиновый. Не только. А мне все нравятся. Все нравятся? Ты еще разводить любишь шоколад с клубникой. Вообще, это моё любимое шоколад. Ну, я не скажу, что мне прям очень нравится шоколад с клубникой вместе, но так-то вкусно. А муж тоже у меня сказал, Антон, что клубники он не чувствует, чувствует один шоколад.
Ну вот я пила один шоколад, одну клубнику. Все-таки шоколад, клубника, они дополняют друг друга, на мой взгляд, одинаково. Ну, у каждого свои вкусовые рецепторы, поэтому спорить, да? Я смотрю на Сашину матовую помаду, что с ней ничего не происходит. Да. Ну, Саша, кстати. Вот я хочу сказать, что на стакане вообще чуть-чуть осталось помады, но нет такого явного следа. И вот, ну да, ничего с ней не случается. Как раз вот я ее взяла. О, какая предусмотрительная. Да. Это, ну, относительно новая коллекция. Faberlic Glam Team. Жидкая матовая помада. Артикул 404-66. Вот такая красная, красивая. Как раз к красному платью, которое я уже вам показывала. Вот. Но на стакане, правда, очень-очень мало помады остается. Да, и она стойкая, она действительно очень долго стойкая, и ее можно, я очень часто яркие помады на мизинчик чуть-чуть намазываю и легонечко-легонечко разношу, и у меня получается даже самая яркая, такой прямо блик оттеночек, и она очень долго держится, особенно если куда-то иду, очень нравится. Итак, на нас трикотажное платье без рукавов для женщины, цвет темно-синий, размер 52, состав 60 вискоза, 40 нейлон, артикул 526-464. Ребят, нареканий к платью никаких нет, есть нарекания у меня к моей фигуре. Потому что это, ну, не для моих объемов, голые руки, это во-первых. Во-вторых, вот тут вот есть вот такая вот вещь, что мне хочется подшить. Вот это место мне хочется подшить. В-третьих, гладить его, мне кажется, можно только отпаривателем, но мы с тобой всегда отпариватель возим. В-четвертых, оно по спинке облегает и вот всю гусеничку открывает, да, будем откровенны. И в-пятых, я вначале перепутала и надела вот это передом, вот это место, и мне было лучше. Чем вот так. То есть я вот это вот. Ну там потому что без оборочки. Да, без оборочки, вот прям так вот прямо. И мне показалось, что так лучше, чем когда я переодела по-правильному уже. Так, на мне все то же самое, только размер 50, артикул 526-463. Ну, вот так вот оно смотрится. Вязочка такая, тонкая вязочка, да, оно очень не просвечивает, оно не плотное, оно как бы, ну, все нормально, да? Ну, то есть, если вот сильно натянуть, Кать, видно, просвечивает что? Нет, не особо. Не особо видно, да? Ну, так, немного. Ну, вот что-то типа этого, да. Очень приятное, где оно такое, платьишко? Ну, мне нравится, мне реально нравится оно, я прям... Прям в восторге. Ну, вот это вот то, что обтянуло. Ну, ребята, у меня тут так всегда. На нас комбинезоны для женщин. Цвет красный. На мне размер 50. Артикул 526-595. Состав 97% хлопок, 3% эластан. Ну, вот, Катюш, видно, но мне коротко. Я вот, не знаю. Мне длинно. Катя, покажи. Штанины снизу. Ну, на нем, кстати, неплохо смотрится. Он хорошо сидит. Да. Все прям здорово. Но он вот такой тяжеленький. Тут мне всегда приходится ушивать. Тут уже ничего не сделаешь. Вот. Далее, значит, на мне комбинезон 526-596. Артикул. Размер 52. Сейчас на нас трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Артикул 525-681, цвет оранжевый, размер 52. Состав 95 полиэстер, 5% эластан. Ну, что могу сказать? Платьишко мне очень-очень понравилось. Оно симпатичное, я его себе оставляю. На мой взгляд, все хорошо, никаких нареканий нет. Так, тут отсюда до сюда идет замок, пластмассовый замок. Карманы не обманы. В принципе, все хорошо. И с пиджаком будет здорово, да? Ну, то есть, такой платье-футляр на все случаи жизни. Вот не знаю, как цвет. Как цвет? Вот. Хорошо. Хорошо, да? Дальше. На мне все то же самое. Размер 50, артикул 525-680. Вот так вот такая длина. Да, кстати, длина. Ну-ка. У меня вот у тебя вот. Я с кроссовочками уже перелезла. Да. Потому что если я без каблуков, а я на каблуках, так это не выходит.
женщины, цвет мультицвет, размер 52, состав 96 полиэстер, 4 эластана, артикул 526-548. Ну, оно не мое, вот потому что мне надо вот так, как минимум, да, то есть вот тут вот дуется все. Да, 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 немножечко бы повыше. Вот, ну, в принципе, вот так длина. То есть... На мне размер 50, артикул 526-547. Бусы то же самое. Легкое, но такое. Шелковенькое. Да, такое скользкое, да, под шелк сделано такое. Интересное очень. А, кстати, подъюбника-то нету ведь, да? Нет, подъюбника. На нас платье без рукавов для женщины, цвет синий. На мне размер 50, состав 96 полиэстер, 4% эластан. Артикул на мне 526-529. У Ани все то же самое, размер 52, 526-530. Ну, ребят, я хочу сказать, надо меньше. То есть, вот, если 50, мне нужно 48, потому что и вот здесь вот как бы свободненько. Ну, кстати, хорошо тянется. Да. Так, немножечко. Тут карманы, обманы. Пуговки расстегиваются. А тут настоящие, да, карманчики? Да. Тут настоящие. Пуговки все расстегиваются, но мы их чисто через верх надели. Вот, что еще хочется сказать. Великовато, поэтому мне кажется, что мне Иринина подойдет лучше, нежели этот 52-й. Но по фигуре, по попе, в принципе, хорошо смотрится. Единственное нарекание, что лямки надо короче. Они спадают, и вот тут вот подвисает вот это вот. Надо меньше наверное. Место, да. То же самое на мне, размер 50-й. Ну, как вы видите, тут уже в натяжечку все пошло. Вы знаете, что я хочу? Мне не хочется его возвращать. То есть мне нужно укоротить лямочки. Да, то есть немножечко на пол сантиметра я их укорачиваю. Плюсом ко всему я здесь просто прошью, потому что оно хорошо тянется. И оно, его можно надевать сверху, да, то есть вот таким вот образом. Поэтому мне хочется его оставить, потому что оно очень хорошо подходит с вот этой вот накидочкой. Накидочка такая темно-синяя идет, но она такая черно-синяя, она красивая. Маме мы надели 52-й, вот на ее груди как раз все хорошо, но ей нужно просто тоже вот тут вот сзади, ей коротковато, просто вот так вот зацепить. И на курорт будет тоже великолепно смотреться вот именно с этой накидочкой. Так, значит, накидочка на маме. Трикотажный кардиган для женщины. Цвет темно-синий, размер 52. Состав 60 полиамид, 40 хлопок. Артикул 526-578. Она вот такая вот просвечивающая. Видно, как прибавила? Да, то есть вот эта вот сеточка. Вот тут вот такая бахрома висит. Я не знаю, будет ли она со временем путаться или нет, но пока с ней все отлично, все здорово, да, все просто великолепно. Да, то есть вот степень просвечиваемости, если вот бирку приложить, да, то вот она такая идет. На темно-синем не очень ее видно, что она просвечивает, да, то есть более так аккуратненько смотрится. То есть вот это вот прям такой комплект, ну, понятно, что не с ними, не с этими кроссовками, какие-нибудь босоножки, шлепки, там, что-то такое, да, погулять там на курорте. Ну, и вот, вот это место, оно уйдет, если лямки подтянуть по-хорошему. Оно будет замечательно смотреться. Вот, на мне размер 50-й, вот эта же самая накидочка. То есть она вот таким вот образом смотрится. То есть тут нет ни застежек, ничего нету. А, так, артикул 526-577. Так, сейчас на нас жакет для женщины, цвет красно-оранжевый, размер 52, артикул 526-446, размер 50, 98 полиэстер, 2 эластан, 100% полиэстер подкладка. Ребят, он мне очень понравился, он классный, тютелька в тютельку. Вот, а тут первая пуговка идет. Ну, пуговки тут немножко повяли, их нужно обязательно подшить. Катюш, пуговки показываешь покрупнее, да? А ты подойди. Пуговки надо обязательно подшить. Тут они с красивым, с каким-то гербиком. Очень-очень симпатичные. Реально классные такие. Вот. Далее, значит, расстегиваем. Тут еще одна пуговка. Вот обратите внимание, еще одна пуговка. Значит, мы пуговку эту расстегиваем. Очень сложно сделать это с ногтями.
И вот он подкладик. Такой вот, в принципе, вшит в подол этот подклад. Ну, то есть она абсолютно, оно если и тянется, то абсолютно немножечко. Сзади шлейка вот есть, но она пока зашита на данный момент. Вот, цвет мне очень понравился. Карманы настоящие. Их, кстати, можно сейчас, да, как вы знаете, и вовнутрь сделать карманчик, и снаружи вот эту штучку. Как вам будет удобно. Это очень сейчас, в принципе, модно делать и так, и так. Так, рукав 3/4. Вот, я рукава 3/4 очень люблю, потому что мне они удобны. Ирина, давай пиджак. Твое мнение. Все то же самое. На мне размер 50. Ну, я считаю, что размер в размер. Спинки. Угу. Артикул, скажи, 50. Так, артикул 526-445. Угу. Значит, вот такой вот жакетик. Далее у нас с вами идет... Раздеваемся. Да, ну вот мне он понравился, если честно, очень даже понравился. Так, блузка без рукавов для женщины. Точно такая же, как предыдущая светлая, которую я себе оставила. Так, цвет синий, размер 52, состав 100% полиэстер, артикул 526-422. Ну, тоже как бы симпатичная, и она абсолютно, если светлая просвечивала, то это абсолютно не просвечивает. Единственное, что вот тут вот, да, но... Нормально. Это всегда так у меня, что с магазином, что так далее. У меня артикул 526-421. Размер 50. Угу. Так, юбка для женщины. Красно-оранжевый. Размер 52. 526-458. 98 полиэстер. 2% эластан. И подкладка 100% полиэстер. Ага. Ну, мне такая длина, мне она нехорошо. Мне слишком коротко. Ирине еще короче. Я одеваю только ради зрителей. Да, я тоже только ради зрителей, потому что при моей комплекции такая короткая юбка, ну, как-то это уже не особо и серьезно. Ну, и смотрите, она мне слегка маловато. Кстати, мы свои параметры, Саша, Ирина и я, напишем. Под видео. Да, под видео напишем. Объем талии, вот бедер, самые выступающие точки будем писать, именно самые выступающие точки, а не тут, вот, да, бедра будем писать, и грудь. Напишем вот таким вот образом. Юбку ты сказала, артикул? Так, юбка артикул 526-457, размер 50 на мне. Сейчас на нас блузка с укороченным рукавом для женщины, цвет белый, на мне размер 50, артикул 526-565, состав 70% полиэстер, 30% хлопок. И юбка для женщины, цвет синий, состав 100% полиэстер, артикул 525-707. Вот, блузка. Мне понравилась юбка. Да. Так, вот это все дело смотрится. Давайте я вам покажу, вот эта блузка. Ну, вот смотрите, у нее здесь сбоку вот такие вот разрезики. И вот так вот спереди. Вот сзади. Ну, наверное, ее надо не с этой. Да, идет джинсы, брюки, да. Кроссовки, что-то такое вот. Да, поэтому не смотрите, что не сочетается. У нас низа очень мало для вас. Именно много верха. Да, сейчас вот с этой юбкой все, что можно и нельзя. Но это не потому, что у нас нет вкуса, а потому что у нас больше нет низов, да. Если честно. Так, смотрите, юбка для женщины у меня 52 размер, 525-708. Блузка с укороченным рукавом для женщины. Артикул 526-566. Я тоже сейчас выправлю. Кстати, когда на меня шила одежду девушка, под заказ она мне делала брючный костюм, пальто и платье, да, то есть такое с запахом красивое, шикарное, с карманами. Она сказала, что она когда сняла с меня мерки, потом в ателье сказали, перемерите спинку, не может быть такая маленькая спинка, что вот она совсем маленькая, от спины до талии маленькое место. Из-за этого у меня очень много одежды дует, из-за того, что именно короткая спина. Да, то есть вот так вот оно смотрится, вот так вот оно выглядит. Ну, юбочка. Без кармашков. Классная. Кофточка без кармашков, просто пуговки. Да, кстати, карманы, обманы, пуговки, все, она
Если и просвечивает, то очень сильно минимально, практически не просвечивает. Нормально все. Ну вот с джинсами носить, я думаю, будет прикольно вообще. Так, сейчас на нас блузки с укороченным рукавом для женщины. Цвет синий, размер 52 на мне, 50 на Ирине. Состав 70 полиэстер, 30 хлопок, артикул 526, 572. Вот странно, почему полиэстер, мне показалось, что это хлопок. Ну, 30-то хлопка положили. Да, да. Очень комфортная, очень приятная к телу. Такая свободная, в ней будет не жарко, не холодно. Она такая приятная, ее не хочется снимать. Ее можно, как вы видите, с юбкой, можно в юбку заправить. Да? Сейчас вот так вот примерно наглядно вам покажу. Можно расправить и с шортами, с джинсами, с брюками. Да? То есть кофту какую-то поверху надеть будет очень хорошо. В общем, шикарно, очень удобно, очень шикарно, прям вообще слов нету. Ирин, говори свой артикул. У меня артикул 526-571. Сейчас на нас блузка с длинным рукавом для женщины. Цвет белый, размер 52 у меня, у Ирины 50. Состав 100% полиэстер. Артикул 526-476. Так, мы поняли, что у меня артикул 526-475, размер 50. Вот эти рукава, мы поняли, что их надо как-то затянуть. Да, мне рукава как, не знаю, подлиннее еще. Вот так. Вот так. И завязать. Да. И завязать чубанчиком, наверное, да? Или чем там завязано? Там было вот, да. Ну, слушай, симпатично. Реально, все классно. В общем, универсальная блузка для тех, кому рукав короток или длинный слишком, вы можете вот сейчас вот такую штуку сделать. Очень-очень симпатично. Во. Ну, самой себе будет неудобно. То есть нужно до того, как надеваете, ее просто завязывать. То есть интересное решение. Но, я так понимаю, ее ни с пиджаком, ни с чем уже не поносишь. Кстати, степень просвечиваемости. Я люблю ее по дырке показывать. Ну, мне она тоже очень хорошо, но вот у меня опять рукава длинные. Ну, я их также могу затянуть, да, то есть и завязать. То есть затяжка именно вот в этом месте, и блузочка сразу принимает, да, сразу же принимает наилучший вид, уже как бы симпатичный. Даже, кстати, в районе груди подтягивается, когда мы тут подтягиваем рукав. В районе груди тоже подтягивается. То есть можно вот так вот сильно затянуть, можно как-нибудь послабже поиграть, да, с рукавчиком. То есть как вам понравится, как вам именно захочется. На нас блуза с укороченным рукавом для женщины, цвет синий. На мне размер 50, на Ане 52, состав 100% полиэстер. У меня артикул 526-541, у Ани артикул 526-542. Вот, ну, рукав действительно 3/4. Здесь вот идет резинка, она довольно-таки, я скажу, тугая. Да, туговато. Может быть, тут будут оставаться от резиночки следы. Угу, у меня уже. Вот. Здесь вот такие пуговки, Катюша, видно пуговки? Или что это тут такое? Бусинки? Все видно. Сборная сборочка, такая, да. На ниточке, на тоненькой ниточке. Весьма крепкой бусинки пришиты. Вот, если по длине, то вот она, вот такой вот длины. А у меня вот такой длины. Сейчас на нас блузка без рукава для женщины, цвет синий, размер 52, состав 96 полиэстер, 4 эластан, артикул 525-687, именно 52 размер. У меня размер 50, артикул 525-686. Ну вот на тебе она хорошо смотрится, но мне нет, это не мой фасон, не мой разрез, я сразу же такая вся, мне не нравится очень длину, вот вам показываю длину, Ириночка, покажи тоже свою длину. Ну вот Ирине чуть покороче, где у тебя бедро? У меня вот прям уже ноги начались. Сейчас на нас
трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. На мне размер 44, артикул 525-588. Цвет мультицвет, 95% вискоза, 5% эластан. Ну, воротник вот такой вот высокий, мы его загнули. Вот. Ткань очень мягкая, приятная к телу. Мне нравится прям. Вот хочется обнять себя и нежиться. Вот. Очень приятная, деталенная. Размер в размер. Да, размер в размер. Тянется очень хорошо. Очень прямо, очень. Так, на мне артикул 525-591, размер 50. Не 52, 50. Сейчас на мне блузка с длинным рукавом для женщины, цвет мультицвет, размер 52, состав 100% хлопок, артикул 526-620, 52 размер. На мне размер 50, артикул 526-619. Ну, она такая тяжеленькая блузка, я вот заправила, Аня расправила. Здесь вот на груди она зашита, вот смотрите, такая. И давит, складочка. Единственное место, где давит. Вот. Ну, мы поняли, будет хорошо девушкам, которые ждут пополнения в семье. Да. У них тут вот это все можно. Если честно, хорошо. Мы открыли каталог посмотреть, не для беременных ли она. Такая интересная. Рукава на двух пуговках застегиваются. Принт обалденный. Вот это ловы. Лав, мама, лав. Да? Вообще шикарно, просто шикарно. А, кстати, тут еще есть воротничок. Воротничок маленький. Да, воротничок, может быть, из-под кудрей вот не видно. Его, кстати, можно даже стойку сделать, да? Ну, чтобы вы видели, что он есть, я вам уже все показываю. Абсолютно не тянется. Вообще нисколько. Две пуговки. Очень туго заходит рука. Пуговки нужно расстегивать, но я еле-еле так, потому что неохота застегивать. Ну, в принципе, нормальная вещь, на размер меньше точно не нужно брать, потому что вот тут мне уже все, мне в обтяжку. Или у тебя тут что? Ну, вот тебе можно 48 взять, если захочется, да? Смотрите, рукав наиотличнейший, да? Нет, коротковато. Так, 176-е девчонки. Будьте внимательнее. Да, у меня вообще, у меня тут еще вон сколько лишнего. Так, сейчас на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 526-608. Цвет мультицвет, размер 52, состав 95 полиэстер, 5% эластан. Очень хорошо тянется, прикольный. Знаете, вот Боттичелли у нас был, или Боттичелли. Боттичелли, да. Да, Боттичелли вот была вот эта вот, точь-точь такой же, абсолютно, абсолютно такой же. Да, там было рождение Венеры. Да, да. На мне размер 50, артикул 526-607. Вот. Аня, мне кажется, тебе 50 тоже будет хорошо. Да, я тоже думаю, смотрю о 50. Кстати, рукавчики на Ирине нормально. Так, и еще я вам хочу показать кроссовки женские. Размер 41, артикул 885-402. Вверх искусственная кожа и текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Вот у них такая скошенная пятка, туда назад очень далеко уходит. Да, вот пятка у Ирины заканчивается, а это вот все вот как нарощено. Специально, чтобы еще больше нога, что ли, была, или вот что? Здесь, вот здесь вот как сеточка такая. Ну, вот да, это видишь, дышащая. Они что-то отрисовали, это, наверное, все собрется. Угу. Дышащая, ну, да? В них удобно, да, очень. Дышат. Ну, вот комфортнее, чем вот в тех вот, в этих вот, которые... Вот я до этого была. Угу. Вот они как бы очень искусственные, как кожа, для красоты. Ты кому говоришь? Тебе. В общем, вот такие кроссовочки. Сейчас на маме жакет для женщины, цвет красный, размер 52, состав вверх 97 полиэстер, 3% эластан, подкладка 100% полиэстер, артикул 525-478 у 52 размера. Смотрите, пиджак на маме смотрится замечательно, тут также он точь-точь такой же, как и голубой, да, вот до этого, помните, такой был светло-нежно-голубой. Он идеально такой же. Так, тут карманчики не пришиты, но они есть. Да, рукав хорошо.
все хорошо, замечательно, но вот со штанами это, конечно, не есть гуд. Мам, давай мы с тобой расстегнемся, покажем штаны. Значит, тут две пуговки идут. В общем, вот пиджак я прям одобряю, он мне понравился. Он реально красивый. Вот, мамуль, давай снимем с тобой пиджак. Вот, и брюки для женщины. Ни длина, ни фасон, абсолютно не мамины. Давай, мам, я вот сейчас заберу. Абсолютно не мамины. Мам, покажи немножечко, вот как они по талии идут. Да, то есть таким вот образом они идут. То есть как бы так-то бы все хорошо, но тут такое чувство, что тут места вот мало. А потом тут тоже, как бы видите, мне бы хотелось, чтобы они были немножко сужены и чуть-чуть вот, ну, покороче хотя бы немножко. Значит, это у нас брюки для женщины, цвет красный, размер 52, 97, полиэстер, три эластан, артикул 525-490. Мам, ты какой рост? 160 ровно? Да, 2. 162. То есть у нас с мамой один и тот же рост. Вот. Ну и в принципе все. Трикотажное платье без рукавов для женщины. Цвет светло-розовый. А, размер 52. Состав 95 полиэстер, 5% эластан. Великовато слегка. Вот тут вот, да, вот видите сами, да, вот эти места-то пышутся, еще что-то. То есть, вот, наверное, вот мой размер. Да. Мне потому что тоже великовато. У меня размер 50, артикул 526-583. Ну вот, как милашки. Да, мы сейчас пели, что мы милашки, куклы не валяшки. Так, на мне сейчас, это не новая коллекция, это новая водолазка. Она идет с коротким рукавом, цвет оранжевый, состав 95 вискоза, 5% эластан. Очень сильно тянется, очень хорошо. Так. А где размер? Артикул 800-655, размер 50-52XXL. Да, то есть она очень красивая, я ее оставляю с пижачком, совсем носить будет просто великолепно. И еще смотрите, та же самая модель, только на Ириночке Перемичевой. А, то же самое, что примеряла мама. Пиджак ей надо на размер немножечко побольше. Поменьше. А вот, да, поменьше, поменьше, да. Это я уже оговорка, да. Вот. А штаны ей нормально смотрятся. Точно так же, как голубые, на ней хорошо смотрятся. Чуть-чуть бы она хотела их подлиннее, только потому что иногда хочется надеть с каблуком. Да. То есть с кроссовками хорошо, с каблуком уже вот коротковатый. Поэтому вот 176-е девчонки, смотрите, да, то есть нормально, нормально смотрится. Да. А, на мне отлично. Водолазка такая же, как на Ане, цвет тоже 50-52, цвет мятный. Это давай. Новые цвета с коротким рукавом. Давай еще на тебя посмотрим. Так, она мне как красный пиджак. Ну, слушайте, тоже да, неплохо. Хорошо сел. Да, хорошо вообще сел. И спинку не дует. Неужели? Неужели на моей машине, улице машина с пряниками проехала? Да, кстати, прикольно. Да, прикольно. Ну что ж, наши дорогие, с вами были Ирина Перемечева, старший директор компании «Фаберлик», Александра Кротова, директор компании «Фаберлик», Аня Кононова. И я вам могу сказать, что мы не только снимаем одежду, мы не только вам показываем, как оно на нас на всех смотрится, наши с вами любимые консультанты, но еще и мы строим бизнес компании «Фаберлик», и на данный момент, что Саша, что Ирина получили по 100 тысяч рублей, получили по пылесосу, выполнили по поездке в Турцию, вернее, открыли квалификацию на поездку в Турцию. И, конечно же, бизнес – это здорово, это классно. Бизнес на повседневной одежде, обуви, да, то есть косметики для дома, витамины. В общем, у нас есть все. Да, поэтому... Да. Мы вас приглашаем в наш бизнес, в наш проект «Фаберлик онлайн». И очень ждем от вас комментариев по поводу сегодняшнего показа. Мы их все читаем. Очень вам благодарны, что вы их нам оставляете. Пишите побольше, почаще. Ну и Саша еще дополнит. Да, комментарии, кстати, очень важны, потому что бывает, смотришь на себя нехорошо.
Бывает, комментарии послушаешь и оставляй. Будет, да, тоже, оказывается, нравится. Да-да-да. Поэтому, да, всем ставьте, все нам ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждем вас в следующих наших обзорах. У нас следующий обзор будет 31 марта. Мы, наверное, соберемся, если ничего не закроют в связи с... ситуацией. Да, в связи с ситуацией с вирусом, если ничего не закроют, то, наверное, 1 апреля мы выложим уже видео, если получится его отснять. Пока-пока! Пока! Уже попрощались и вспомнили, что не сняли для вас сумочку и ботиночки. Так вот, смотрите, дорогие мои, сумочка у мамы в руке, модель, так, сумка женская, цвет бежевый, артикул 600-580, размер 29,5 на 21 на 13, получается, так, гарантийный срок 30 дней, состав, так, верх искусственная кожа, подкладка полиэстер. Далее, смотрите, сумочка очень красивая, она идет с ремешком, то есть этот ремешок вы можете на плечо, всяко-разно, да, то есть внутри есть карманы, один на молнии сбоку, есть, мам, сбоку карманы? Нет. Ни с той, ни с другой стороны, да, снаружи нету, да, то есть внутри только карманчики, сумочка идет на одно деление. Одно деление, очень красивая сумка, очень стильная, очень хорошенькая такая, красивая. Далее смотрим, мама забрала мое трикотажное платье с коротким рукавом для женщины, цвет мультицвет, размер 52, артикул 526-470, я же взяла себе 50-й размер, то есть оставила, очень понравилось, очень классно. Далее обратите внимание вот на такую красоту, это ботиночки, мам, покружись немножечко, они очень красивые, такие лакированные, шикарные, вообще здорово, да? Значит, это ботиночки мама себе оставляет. Значит, модель кеды женские, цвет желтый, размер 885-228, размер 38, гарантийный срок 30 дней, состав искусственная кожа, верх подкладка, текстиль. Да, то есть вот мама носи с удовольствием, они идут на шнуровочке. Очень-очень красивая, классная. Ну, вообще, как бы никаких нареканий продукту нет. Действительно, очень симпатично. Катюшка в кадре. Захотела на большую футболку, 50-й размер. Прям вот очень захотела. Вот прям ей надо, вот такую свободную она хочет. Ну, бог с ним, я ей отдала, вставила. Вот, но мы тут не из-за футболки собрались, а вот из-за этой красоты. Смотрите, какие клевые кроссовки. Значит, это кроссовки женские. Цвет желтый, красный. Артикул 885-391, размер 37, гарантийный срок 30 дней, состав искусственная кожа вверх и текстиль подкладочка. Они идут на шнуровке. Катюш, дышащие, не дышащие? Мне кажется, что такие средние, что-то между дышащими и нет. Да, а вот это вот белое, оно идет в форме сеточки, да? Да, вот тут вот сеточка. Угу. И все. Пятка большая. Угу. Ну, тебе как, в них удобно, комфортно, ну, пружинно? Да, в них, в принципе, удобно. Да, ну, носи с удовольствием. Так, далее, значит, кроссовки женские. Цвет голубой-синий, размер 37, гарантийный срок 30 дней. Состав верх искусственная кожа, подкладка текстиль. То есть то же самое, только в другом цвете. Реально классные. Вот прям все устраивает в них. Они действительно очень удобные, очень мягкие, очень хорошие. Все, кто их надевал первый раз при мне, да, то есть сегодня было много примеров, все говорили, ого, как комфортно, да. То есть действительно с удовольствием. Ну все, теперь точно все. Катюшке спасибо. Всем пока-пока.